дело, мы потеряли город Лиму. Российская армия, это надо проверить, захватила его. Почему? Лиман, да? Да, причем то, как она его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры, правильно организовавшие операцию. И это показывает, в принципе, возросший уровень оперативного управления и тактического умения российской армии, который, безусловно, вырос. Вырос он не везде, не во всех подразделениях, но вырос. Одни из них взялись за ум крепко, другие взялись за ум через раз, третьи не очень взялись за ум и просто научились хорошо прятаться от нас, но, в принципе, уровень вырос. Тут не поспоришь.